этом весе. Победив, кстати говоря, там Хабиба Аллахвердиева в полуфинале. А на Кубке мира в Москве победил он Мурата Храчева. Повел Угас. Первым номером российской сборной в этом весе является Алексей Тищенко, олимпийский чемпион, который сюда не приехал. Так что надо признать, шансы у кубинца здесь на победу в этой весовой категории больше. Соперником Максима Игнатьева должен был быть Александр Крючко из сборной Украины, но он снялся с соревнований, ну, таким серьезным соперником. А в первом бою он победил китайца Ван Яйцы. Довольно большим преимуществом 20 очков. Но вот Угаса пока даже ударить не может. И победил также с разницей в 20 очков, причем досрочно. Представитель сборной Африки Хамзу Хосейни. 6-1. Экранах президент Российской Федерации бокса, президент ИАБА, Федерации бокса Европейской. Скоро предстоят выборы очередные президента Международной Федерации бокса, и вот Эдуард Ришатович выдвинут на пост вице-президента АИБА. Последние годы не работал. Это и станет, наверное, препятствием основным. Не хватает инициативы Максиму Игнатьеву. Кубинец загнал бой в нужное русло. Ему спокойно переигрывает. Сокращает дистанцию довольно легко. Можно чуть-чуть. Угас. Знаете, вам помидорочек. В ближнем бою Игнатьеву не удается
даже пару ударов каких-то воткнуть. Вот сейчас пропустил с правой. Боковой удар. Что, ниже пояса, да. Замечание получает Кубинец. Ну, слышите, наверное, что в зале практически тишина воцарилась. Все, в общем, прекрасно понимают и видят. Здесь поддержка трибун не поможет. Эрданис Угас, в общем, дает урок бокса нашему молодому спортсмену. Максиму Игнатьеву, как и Альберту Селимову, 20 лет. И для него это на международном уровне первый